Я вот тут было дело столкнулся с этим на чемпионате мира ACB. Когда соперник был сильно тяжелее меня, Роман Гавриков, вот как сейчас помню, мастер спорта. Ты злопамятный. Международного класса. Да, он просто по-настоящему спорту. Он сел мне прямо на ступню всем весом. Он прям сел на нее, и я почувствовал, что это я прям тэпать готов от этого воздействия. То есть реально я его с трудом удерживаю. И он прям две ножки поджал и прям сел на карты. Вот он, поскольку он весит там за сотку, мне было крайне некомфортно в этой ситуации. И вся моя долларива на этом сломалась. Вот для таких случаев есть одна штука, которая связана именно с тем, что вот эта позиция соперника, она на самом деле не такая уж и безопасная для него. И ключ к тому, чтобы соперника в этой ситуации как-то разбалансировать, это вот эта рука. Если этот захват есть, то я его срываю. Срывать мне нравится вот таким способом, когда вы держите разноименной рукой захват, своей противоположной рукой, другой рукой, вы берете себя за кисть и срываете наверх. Когда вы сорвали, вы руку ведете туда, в сторону бедер, да, правильно, соперника. И прям подсовываете ему руку вот как можно глубже, короче. Таким образом, действуя еще и ногами, и своей рукой, которая возьмет отворот, вы укладываете соперника на бок. Это тоже довольно простая штука, отсюда мы тоже выстреливаем ногами и пытаемся залезть в маунт, если у нас получается. Если не получается, то мы хотя бы просто избавили себя от проблем со стопой, потому что я слышал, есть случаи, когда просто травмировали стопу таким образом. Поэтому, если вы что-то начнете делать, и вы почувствуете это давление, не дожидаясь, пока человек вас сломает, вы напрягаетесь, берете захват, отрываете его, руку заводите сюда, берете отворот и просто в сторону ногами сдвигаете. Я делал это с тяжелыми ребятами, на самом деле это гораздо легче, чем кажется со стороны. Очень простая вещь, которая всем нам пригодится. Раз, два, три. Анатолий, вот есть вопрос. А как так случилось, что ты оказался с настоящим спортсменом, с которой тяжелее тебя? Абсолютка чемпионата мира ACB. Абсолютка? Абсолютка, в которой я занял третье место. Розовую медаль получил. По пенсионерам же, да? Пенсионерам, да. По пенсионерам. Но там были пенсионеры все очень достойные. Их даже назвать пенсионерами, честно говоря, язык не поворачивается. Вот Роман, про которого я упомянул, он в итоге взял золото. И он, ни я, ни он ничего не смогли друг с другом сделать. Настолько мы хороши оказались.